Привет всем, это канал CapTV Game. Сегодня я предлагаю вам игрушку под названием Dishonored. Игра, в общем-то, не новая, но так сложилось, что я ее еще не проходил, и вот сейчас у меня возникло такое желание. Заодно решил поделиться с вами. Прежде чем начать, я хотел бы сделать маленькое объявление. На канале появится, уже, в общем-то, появилась, начиная с этого ролика, такая маленькая возможность. Теперь подписчики канала могут передавать приветы. Могут передавать приветы, в общем-то, кому угодно, своим друзьям или даже самому себе. Все, что вам нужно сделать, это под этим роликом, да и, в общем-то, под каждым роликом будет такой мой комментарий, место для оставления приветов. В общем-то, оставляйте любой короткий привет, пишите кому. Может быть, пожелание. Главное, не очень длинное, чтобы я тут целый час не тратил на поздравления, приветы. Там, можете передать, да, поздравления с днем рождения, или либо же, не знаю, что угодно, с юбилеем, с каким-нибудь. Любое ваше пожелание мы можем. И, в общем-то, в каждом ролике будет от канала, или с помощью канала, будет передаваться привет кому-либо. Кому вы пожелаете. В этом выпуске, в этом ролике я хотел бы передать привет нашему зрителю, подписчику под ником Сова. Если я правильно читаю, если это на русском написано. Возможно, Коба, но мне кажется, что все-таки правильно Сова. Он у нас на данный момент самый активный зритель. Большое спасибо ему и его друзьям за то, что участвуете, смотрите, комментируете. В общем, вам привет от канала CapTV Game. Итак, поехали. Игра Dishonored. Так, яркость, шмаркость. Я начинал немного, но для вас, естественно, начну с самого начала. Ждем небольшую загрузку. Возвращение домой. За последние несколько месяцев вы объехали разные земли, пытаясь найти помощь в борьбе с крысиной чумой. Теперь вы вернулись домой и должны сообщить о результатах поездки императрицы, на службе которой вы состоите в чине лорда-защитника. Корво, мне бы хотелось оставить вас здесь и отправить кого-то еще, но больше я никому не доверяю. Глава тайной службы прав, ехать должны вы. Чума отняла столько жизней, и мы должны найти от нее средства. Когда вы рядом, мое сердце спокойно. Мы с Эмили будем считать дни до вашего возвращения. Поскорее возвращайтесь с хорошими вестями. Река Ренхевен. Так, держать. Да, смотри там. Отдать швартовый. Отходим. Готово. Курс на башню. Лорд Корво принес новости для императрицы. Мы проделали долгий путь. Долгий путь, да с плохими вестями. Моряки говорят, что нас прокляли. Черная магия. Суеверие. Может, лекарство от чумы уже придумали? Может и так. Странные нынче времена. Телохранителя императрицы отослали с поручением на несколько месяцев. Это очень странно. Поручение было важное. Нам нужна помощь. Эй, там, мы поднимаемся. Шлюз закрыт. Мы готовы. Открывай вентили. Поднимаемся. Наконец-то ты дома. Давление постоянное. И стоп, вырубай. Корво, должно быть, императрица ждет ваших новостей. Так, сделать доклад императрице.
Что же, пойдем. Корва, императрица ждет, идите скорее к ней. Конечно, конечно. Пойду сразу же, как только немного осмотрюсь. Водичка у нас тут. Чуваки что-то делают. Так, а что если мы вот эту штуку покрутим? А, это просто поднимается мостик. Ну ладно. Так, симпатичная у нас тут башня Даунола. Корва, ты вернулся? Расскажи мне о поездке, ну пожалуйста. Ты видел китов? Подожди, давай сначала сыграем в прятки. Я буду водить, а ты прячься. У тебя есть время? Мама занята, у нее этот мерзкий старик, глава тайной службы. Так, ну что, будем с ней играть в прятки или не будем? Давайте сыграем. Отлично, начали. А ты видел чудовищ в путешествии? Мама говорит, что в океане их полно. Но мне кажется, что она меня просто пугает. Посмотрим, вдруг ты разучился прятаться. Я закрою глаза и стану считать, а потом постараюсь тебя найти. Ладно, я буду считать здесь 10. Давай прячься. Так, нажмите Б, чтобы перейти в скрытный режим. И спрячьтесь за каким-нибудь предметом. В скрытном режиме вы меньше шумите при ходьбе. Хорошо. Прячемся вот здесь. Я иду искать. Удерживая Y, отклоняя левый джойстик влево и вправо, вы можете выглядывать из-за угла. При этом противники вас не заметят. Ну, хорошо. Выглядываем. Не получается у нее нас найти. И здесь нет. Ладно, ладно, ты победил. Пусть мама тоже на тебя посмотрит. Ладно, сдадимся. Не будем долго скрываться. Пока тебя не было, мама очень грустила. За мной, Корво. С возвращением, лорд-защитник. Не двигайтесь, Кэмпбелл. А вы, Корво, добро пожаловать. Откуда бы вы ни вернулись. Он объехал все острова, просил у них помощи. Напрасная трата времени. Мой эликсир, вот что спасет город от чумы. Верховный смотритель, замрите на мгновение. Так, вот посмотрим. Мне вот кажется, что на картине Кэмпбелл совсем другой. Ну почему же? По-моему, похож. Давайте посмотрим, а что это у нас здесь? Гристальский сидр. Что вы делаете? Эта бутылка мне нужна. Она должна отвести взгляд от самого Кэмпбелла. Я мог бы нарисовать его и без сидра. Хотя, по правде сказать, сидр и Кэмпбелл понятия неразделимые. Корво, умоляю, я же его не вижу. О, прошу прощения. Господа, как я буду работать, если вы мне мешаете? Эта поездка — редкая глупость, Корво. Чума приходит изнутри нас. Все мы должны укрепиться в вере.
Какой застенчивый. Ладно, ну вас, у меня свои дела. Она вас немедленно примет. А кто это у нас тут? Девушка, не желаете познакомиться? Как вас зовут? Почему такая молчаливая? Hello, my lord. Добрый день, ваша милость. Ну и ладно. Мы еще с тобой встретимся как-нибудь. Это не преступники, а больные люди. Ваше Величество, дело не в этом. Они мои подданные. Мы спасем их от чумы, если это возможно. Всех. Хорошо. Больше мы не будем к этому возвращаться. Мама, Корво вернулся. Спасибо, Эмили. Прошу, оставьте нас. Как вам будет угодно, Ваше Величество. Корво, вы вернулись на 2 дня раньше. Умеете вы преподносить сюрпризы? Какая удача, что вы вернулись. Какие вести вы принесли? Я надеялась, что хотя бы в одном городе уже имели дело с чем-то подобным. Знают, чем это лечить. Скверные новости. Мы на краю пропасти. Трусы. Они собираются начать блокаду. Хотят подождать, пока город превратится в кладбище. Ты в порядке, мам? Мне кажется, ты грустишь. Не волнуйся, дорогая, все хорошо. Стоп, а где стража? Кто снял стражу? Мам, смотри, что они делают на крыше? Эмили, идите сюда. Так, нажмите РТ, чтобы атаковать правой рукой. Если вы выбрали оружие или левой руки, нажмите ЛТ, чтобы атаковать левой. Удерживайте РБ, чтобы заблокировать удар вражеского клинка. Если правильно подгадать время, вы выбьете противника из равновесия и сможете нанести ответный удар. Осторожно. Спасибо, Корво. Если бы не вы... Нет, только не это. Мам! Нет. Не трогай ее. Корво. Убирайся. Корво. Корво, все рушится. Найдите Эмили, защитите ее. Больше никого не осталось. Вы же знаете, что делать, да, Корво? Храни нас небо, смотрите, что он сделал. Да, он убил императрицу. Предатель, что ты сделал с юной леди Эмили? Ее собственный телохранитель. Какая ирония. За это тебе отрубят голову, Корво. Взять его. Вот такое вот вступление интересное. Теперь мы знаем, что нас подставили. И посадили в тюрьму. Хотят отрубить нам голову. Невинно осужденный. 1,5 года прошло с тех пор, как глава тайной службы обвинил вас в убийстве императрицы и заговоре с целью убить Эмили, наследницу престола. Все это время вы провели в тюрьме Колдридж в ожидании казни. Тюрьма Колдридж. Корво, это ваш последний шанс. Подпишите признание и позвольте мне провести обряд, чтобы душа ваша обрела покой. Довольно, ступайте. Дайте ему время подумать.
Корва. Императрица мертва, ее дочь Эмили спрятана. Никто не узнает правду. Да, вам повезло. Завтра вас казнят ради всеобщего блага. Стране нужна сильная рука, пастырь, который направит слабых. Стране нужны мы. В этом нет ничего личного, хотя вы едва не сорвали наши планы. Впрочем, все обошлось. Вы оказались в неправильном месте в очень подходящее время. Надо же на кого-то свалить вину. Прощайте, Корва. Стража, уведите его в камеру. Вам надо поесть, Корва. Эту еду передали вам друзья. Так, что же, мы в камере. За окном открывается какой-то вид. Не совсем понятно на что. Так, кран. Мы можем попить воды и воспользоваться. Ну, этим, я думаю, не будем пользоваться. Кстати, здесь очень высокие потолки. Если вообще можно назвать потолком. Так, хорошо. Хлеб. Письмо от друга. Корва, сейчас не важно, кто мы. Знайте, что мы вам верим. Вот ключ от вашей камеры. Когда освободитесь, отправляйтесь в допросную. Возьмите там взрывчатку и установите ее на внешние двери. После взрыва бегите. Доберитесь до реки и спуститесь в катакомбы. Там вы найдете припасенное для вас снаряжение. Тюремный охранник оставит оружие рядом с вашей камерой. Желаем удачи. Нам крайне важно, чтобы вы остались живы и здоровы, друг. Так, ну что же, кто-то хочет нам помочь. Берем ключ и выбираемся из камеры. Симпатично довольно выглядит, мне нравится освещение. Неплохая гамма цветовая. Очень даже симпатично. Так, здесь у нас есть монетки какие-то и оружие, которое нам оставил охранник. Так, хорошо. Нам нужно туда. Упс. Тихонечко. Так, вооружившись мечом, незаметно подберитесь к противнику. Вы можете убить его, нажав РТ или оглушить. Для этого нажмите и держите RB. Если действовать скрытно и избегать убийств, будет меньше крыс и плакальщиков. Некоторые персонажи будут лучше к вам относиться, а финал выйдет менее мрачным. Вот так вот. Какое сразу серьезное решение тут нас заставляют принять. Мы либо будем проходить более аккуратно, увидим менее мрачный финал. Будет меньше крыс и плакальщиков. Кто такие плакальщики, я пока не в курсе. А крысы, я так понимаю, это та самая чума, которая напала на город. Крысиная чума. В общем, наверное, со временем разберемся. Пока не очень понятно. И как же нам проходить? Я думаю, не будем загадывать. Будем проходить, а там станет видно, как лучше. Да, действительно, не будем заморачиваться. Как будет получаться, так и будем проходить. И заодно пусть будет сюрпризом, какая концовка нас ждет. Ну, по возможности, конечно, будем наших противников оглушать, а не убивать. Это естественно. Так, спрячем его здесь. Тихо. Ах ты ж. Так. Блин, я после Гаррета в
почему-то после Гаррета сразу кнопки управления пытался, как в Зив. Ничего, сейчас еще разок. Там, да, там можно было Гарретом уворачиваться от ударов. Я жму со всей дури левый бампер для того, чтобы увернуться, а он не умеет. Ему нужно правый бампер жать для того, чтобы просто блокировать. Забавно. Так, а у нас вот аж откуда чекпоинт. Так, все, я так понимаю, по новой. Да, это мы уже читали. Вот этот говнюк, кстати, нас предал. Он начал кричать охраннику, что он здесь. Какой паразит. Так, ладно. The solitary wing is off limits to maintenance crew, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Kill a guard for me, will ya? Let me out! I've got 3 days before they cut my head off. Так, этот охранник вроде бы сейчас спокоен. I don't need shit. А как выпустить? Я бы тебя выпустил, только я же не знаю как. У тебя тут закрыто. Ключей у меня нет. Сбежал, вот красава. Перережь пару глоток. Да ладно. Так, этот товарищ... О, отвернулся. Кажется, это наш шанс. Упс. Так. Там наверху еще был. Можем собирать трофеи у них. Денежки, они нам пригодятся. Интересно, тот парень наверху прибежит сюда? Или просто поднимет тревогу, и сюда прибегут целая толпа? Так, мне... Мне однозначно нравится дизайн. Довольно симпатично. Как-то так все смотрится. Освещение вроде бы и не натуральное, но... Ну, я имею в виду не фактическое, проработанное. То есть все заранее. От нас, естественно, никаких теней. У нас даже ног нет. В этом смысле Гаррет был более выигрышным. Но неважно. Все равно симпатично. Вот потолки, конечно, у них здесь, ой-ой-ой. Можно позавидовать высоте потолков. Так, о, что у нас здесь? У нас здесь есть мушкет и... И здоровье мы можем пополнить. Это мы выбираем патроны, которые в мушкет вставляются. Так, окей. Здесь какие-то агрегаты непонятные. Так, нам кажется, туда наверх нужно идти. А сюда? Здесь закрыто, нужен ключ. Ну, вот это вот не очень удобная камера. Рук не видно. Вот в Гаррете мне это очень понравилось, что руки так хорошо двигаются. Он так весь... Очень приятно там было ощущать. Именно от первого лица ощущается персонаж. Здесь, конечно, все более олдскульно, более топорно, но... Так, это, я так понимаю, да, здоровье мы пополняем. И еще. Мушкеты. Это патроны, я так понимаю. Так, что у нас здесь? Еще куча консерв. Всякой разной. Ерунды, монетки. Так, ну что, кажется, нам сюда. Вот.
прибежали ребята, которые с одного выстрела не очень-то хотят. Так, у нас есть ключ. Так, что здесь? Десятка. Сходим в эту сторону, осмотримся. Так, крысы. Вижу крыс. Бегают, нас не боятся, кстати говоря. Не испугливых. Так, ну это в дверь мы вернулись, да, обратно. Все понятно. Так, окей. Идем далее. Прогулочная дорожка. Ну хорошо. Прогулочная дорожка. Так, сюда мы зайти не можем. Выход с прогулочной дорожки. Вот и все, такая коротенькая дорожка. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас какая-то комнатка. Всего лишь навсего. Так, здесь ничего. Здесь нужен ключ от двора. И здесь тоже закрыто. Что ж такое, везде все закрыто. Так, пустая бутыль. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что это? Это вот таким образом отвлекающие бутылки? Капец, ребята, зачем надо было так есть? Что это вот это летает передо мной? Неужели нельзя было в руку ее брать или как-то? Это вот очень странное решение. Все, я не буду вашими бутылками пользоваться, они мне не нравятся. Зачем было так делать? Ой, извините. Это было плохо. Плохо. Вот свет, интересно так, за колонну прячется. Так, ладно, хорошо, нам сюда. А, вот та самая комната, где нас пытали. Сволочи. Бесстыжие. Пытали нас. Вот этими ужасными орудиями труда. Огромной отверткой, которую в двух руках держать нужно. Интересно, а что эти краны с водой дают? Ничего. Просто так. Антураж. Так, ну ладно. Хорошо. А что здесь у нас есть? Аудиограф. Ага, это записки и воспоминания разные. Кому надо, жмете на паузу, читайте, я буду выборочно. Так. Вот сюда нам симпатичный свет из окошек. Еще монетки. О, эти дурацкие бутылки опять. Ну, вообще, ну вот что это? Что это такое летает передо мной, блин? Это же ерунда какая-то. Кто так придумал делать? Неужели нельзя было? Пусть было лучше здесь внизу, как меч торчало из-за экрана. Это как-то было бы более логично. Вот этого я не очень понимаю. Причем еще и по размеру, естественно. Все оно такое. Да. Half-Life рулит. Ну окей. Не будем придираться. Это, в общем-то, ладно. Уже такая мелочь.
Так, у нас здесь часовая бомба в сейфе. Берем. Взрывчатку нашли. Отрывок из книги о тайных ритуалах аббатства. Вот это я прочитаю. Если ребенок проявляет достойные наклонности, его отмечают специальным образом. Назначенные смотрители в течение года тайно следят за ним, чтобы выявить указания звезд и иные знаки, подтверждающие пригодность ребенка. По истечении этого срока выбранные кандидаты покидают дом за несколько часов до рассвета. Им приказывают идти к заставе, расположенной за городом. Так дети готовятся к ритуалу и к испытанию их пригодности. В конце месяца дождя они отправляются в паломничество к Белому утесу. Во время сложной церемонии выявляется, кому из них суждено стать смотрителем, а кого следует отвергнуть. О, у нас тут практически Спарта. А книжки мы не берем, да, мы их только читаем, с собой взять не можем. Или нам бутылка мешает? Нет, мы не можем их с собой брать. Ну, ладно. Главное, что мы взяли бомбу. Опа. А там кто-то ходит. Акверт, you lazy slug. Тюремный двор. Опять без крыши, без потолка. Так, ну что, здесь попробуем пробраться. Обойти втихаря. Мы гнем. Кажется, нас никто не заметил. Так, установить взрывчатку, войти в коридор, ведущий к дальней двери. Так, а что у нас монетки? Эч. А нас не пускают дальше. На окно запрыгнули, а туда войти не можем. Вот не задача. Придется обходить. С какой-то другой стороны. Так и хочется, как в Гаррете, вот эти вот быстрые пробежки. Тихие. Там так круто это все выглядит здесь. Такого нет. О, ну все. Нас спалили. А, у нас еще и патронов нет. Замечательно. Нас завалили. Нужно набираться опыта в бою. А то как-то быстро валят, однако. Умение блокировать удары лежит в основе фехтовального искусства. Вот я пытаюсь понять в правильное время, когда нужно нажимать на блок. Так, там монетки у нас были. Интересно, они сохраняются? Нет, кажется, нет. Тоже, как и в Гаррете, придется брать... Каждый раз по новой. Так, ну что, будем вот здесь пробовать обходить. Так, а в эту дверь я смогу войти, интересно? Ты.
Блин, тяжело. О! Ответный выпад. Вы выбили противника из равновесия, вовремя парировав его удар. Теперь нажмите РТ, чтобы нанести ответный удар и прикончить врага. Тихо, здоровье, здоровье. Чуть-чуть пополнить здоровье надо. Да сколько вас здесь? Все, всех перебили. Здоровья маловато. Так, смотрим, что мы здесь можем взять. Трофеи, консервы. И все, и ничего полезного. Я-то думал, мы здесь что-нибудь найдем. Трофей. А, вот ключик. Ключик мы взяли. Вот это да, вот это нам пригодится, я так понимаю. Набрали всякой ерунды. Пост у дверей. Рубильничек. Ага, двери открываются. Хорошо. Двери — это хорошо. О, там уже за дверями кто-то ждет. И никто даже особо внимания не обратил, что открылась дверь. Так. Опа. Там наверху приятель может нас увидеть. Так, ушел. Ходим аккуратненько. Где он есть? Я его не вижу. А, вон он топчется. Ой, куда это он собрался? А, он к нам хочет спиной стать. Так это мы с радостью. Всегда пожалуйста. Так, хорошо. Здесь вроде бы все. Что у нас тут? Закрывание двери. Отлично. Отлично. Можем закрыть, можем открыть. Прям свобода действий. Так, 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 так. Так, так, так. Тут ничего. Ух ты. Мусорный бак. Это что значит? Мы можем залезть в мусорный бак и спрятаться в нем. Точно. Мы можем прятаться в мусорном баке. Привет, Снейк из Metal Gear. Так, ну что же, все. У нас все готово для установки бомбы. Поехали. Ой, 7 секунд, 7 секунд. Надо убегать. Может быть, в ящик надо прятаться, чтобы у нас бомба... Так, у нас дверь открывается. И друзья там бегут. Надо сваливать. Сбежать из тюрьмы. Мы прыгнули в воду. Надеюсь, нас теперь никто не достанет в воде. Плывем, плывем. Ой, там еще, там их много. Лучше, наверное, не всплывать. Все, мы убежали от ребят. Кажется, да. Кажется, убежали. Так. Сбежать из тюрьмы Колдридж выполнено. Теперь нужно добраться до перехода. Сбежать через катакомбы.
Хорошо. Так, как катакомбы остаться в тюрьме? Все, я так понимаю, это новая локация. Наверное, если мы туда пойдем, мы вроде как вернуться не сможем. Ну что же, как раз хороший повод закончить этот ролик. В общем-то, по поводу прохождения полного я уже говорил. Будете смотреть, будут зрители, будут лайки, то, конечно же, почему нет. Всем спасибо. До новых видосов.